Амаль что на 5 суток перекрыть рух по мосте, что по Пушкинским проспекте в Могилеве. С 10 годин раницы 23-го соковика на этом объекте почнутся работы по бетонированию правого боку. Как вибрации не перешкоджало, вырашено на момент этих работ закрыть мост для руху любого транспорта. У Могилевским горвыконкаме распрацевали объездные маршруты для автобусов и маршрутных такси. Так потоки транспорта будут накированы праз Шмитовский мост и мост Королева, микрорайон Юбилейны. Принциповые змены у 46-го и 14-го автобусов. Яны как раз и пойдут праз Юбилейны. Остатние автобусы будут объезжать мост тип праз Гагарина, тип праз Габровскую, тип праз Островского. Загодя потекайтесь маршрутом. Подобная ситуация дотычится и маршрутных такси. Свою дорогу часово изменить 23-й и 26-й маршрутки. У обоих боки яны будут рухаться праз микрорайон Юбилейны. Плановать маршруты особистого транспорта специалисты рают загодя. С новым раскладом можно ознакомиться у газетах и на нашем сайте. Дано поручение автобусному парку и оператору маршрутных такси о размещении информации на остановочных пунктах по, скажем так, на отрезке Пушкинского проспекта. Потому что основная масса будет там изменений, поэтому вот там будут размещены, чтобы люди знали, где, как, какой автобус, какое маршрутное такси, в каком направлении будет двигаться.